Добрый день! Сегодня речь пойдет о бурозавенчиваемых сваях. Многовитковые сваи широко применяют в жилом и промышленном строительстве. Они хорошо справляются со своей задачей на сложных грунтах, каменистых, песчаных. Визуально напоминают шуруп и состоят из конусного металлического ствола, к поверхности которого привариваются лопасти в форме спирали. Спираль доводится до самого острия винтовой сваи и вытягивается на соответствующую длину 350, 650 или 950 мм. В качестве основы для бурозавинчиваемых свай используют трубу сечением от 57 до 159 мм. Длина 1,6 метра, но при необходимости может быть и длиннее. Покрытие – алкидная краска. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал. Сейчас вы увидите список наших официальных сайтов, ссылки на них есть в описании под этим видео. Пока-пока!